Всем привет! С вами Геленджик Лайв. Сегодня 17 апреля 2016 года. Мы решили прогуляться до ЖК Альбатрос. Ну а по пути вот хочу рассказать по поводу квитанции за квартиру. Принесли нам квитанцию за март. Сумма квитанции составила 3865 рублей 47 копеек. Это за однокомнатную квартиру 38 квадратных метров. Вот. Ну, что можно сказать? То, что в Геленджике очень дорогое водоснабжение. Например, куб холодной воды стоит 49 рублей 39 копеек. Водоотведение этого куба будет стоить 36 рублей 93 копейки. А следовательно, вообще целый куб горячей воды будет порядка 90 рублей. То есть это очень дорого. Например, в Ярославле стоимость холодной воды в два раза меньше, да? Вот. И все ругаются, например, также на отопление. Отопление в Геленджике равносильно как отоплению где-нибудь, например, в Сибири. Стоимость 1 гигакалории получается 2131 рубль 47 копеек. Учитывая то, что у нас еще ООО КПП «Геленджик Курорт» котельная, она самая дешевая в Геленджике, потому что есть котельная Energy, там 2300, ну еще вот котельная Геленджик Теплоэнергия, сумма гигакалорий составляет порядка 3300 рублей за гигакалорию. У нас сумма отопления получилась за нашу квартиру в марте 894 рубля 91 копейка. В принципе, что можно сказать? Вот все ругают, например, дом, где центральное отопление. Конечно, если люди, например, ну, вот у нас в доме очень много дачников, да, в нашем. И если люди будут отключать отопление в соседних квартирах, а у нас имеется такая возможность, то это будет не очень хорошо для всего дома, поскольку поддержание нужной температуры очень важно для дома, поскольку если не поддерживать определенную температуру в помещениях, то появится плесень, различные грибки. Ну и когда мы брали жилье, конечно, мы очень рады были то, что у нас центральное отопление, да, вот. И каково же наше было удивление, когда мы узнали, что у нас это отопление можно спокойно отключить, вот. То есть люди, которые не желают платить за коммунальную услугу по отоплению, могут отключить свое отопление на сезон, когда уезжают, и отапливаться он не будет. И квартира, соответственно, тоже. Вот. Ну, что еще можно сказать? В сильные нордосты зимой, когда температура у нас была и минус 7, и минус 10 градусов, мы не чувствовали того, что мы замерзаем в квартире с центральным отоплением. У нас были батареи горячие. Температура в комнатах была, ну, в среднем 22-24 градуса, что соответствует также нормам. Вот. Но зато у нас дешевле электроэнергия, потому что у нас дом многоэтажный, свыше 10 этажей. По проектам уже нельзя делать отопление, ну, то есть проводить газ. У нас есть свет, у нас дешевле электричество. Соответственно, тариф для нашего дома составляет 3,05 днем и 1,70 ночью. Очень выгодно, например, что-то готовить или поставить на машинку там на таймер через час, и чтобы она постирала спокойно в ночное время все, что у тебя там накопилось. Вот. Так что 3800 рублей это у нас вышло вместе с электроэнергией, так что можно сказать, что не так уж и дорого обошлось нам проживание в марте месяце в доме, где есть централизованное отопление, и, ну, доме, где нет газа. Вот. Мы сейчас движемся по Луначарского в сторону улицы Туристической, Одесской. Хотим показать новый комплекс ЖК «Альбатрос», который сейчас несколько корпусов, как мы уже говорили, уже достраивается. И сколько это будет достроено немножко позже. Здесь он находится.
продукты. Да, ходят слухи, что это наш застройщик. Единственное, что его зовут, конечно, не Азимут, а уже Альбатрос. Ну, обычно практика такая у застройщиков. Под каждое новое жилищный комплекс создавать нового застройщика. Хотя где-то в теневой, то есть фигурирует один и тот же на уровне, начальном уровне фигурирует один и тот же спонсор. Вот. Вот это канатная дорога к сафари-парку. Перед городской больницей, если повернуть и пройти вверх по улице, можно как раз выйти на канатную дорогу сафари-парка. А, вроде где-то в этом районе собирались строить Диснейленд. Но пока ничего про это сказать не можем, потому что это все затихло. Но в планах на будущее построить здесь Диснейленд есть. На другой стороне находится санаторий «Солнечный берег». А мы двигаемся по дорожке, освещенных солнечным светом, байкеры. Конечно, есть небольшой минус у Геленджика. Сильно гоняют по дорогам. То есть надо смотреть аккуратнее. Буквально на днях произошла небольшая авария со стороны Маячной и Луначарского на перекрестке. Вылетела машина. Очень хорошо, что не было детишек, потому что обычно на светофоре, именно на этом светофоре, школьники переходят дорогу в школу. Конечно, трасса Луначарского очень оживленная. Это учитывая то, что сейчас еще не летний период, не курортный сезон. Но шум от дороги, конечно, есть. Дома, где вот на Луначарского выходят окна, шумные. То есть там должны быть хорошие стеклопакеты, потому что шум от дороги напрягает, если честно. Да, во, посмотрите, все присосавшиеся улитки на заборе висят, большие, маленькие. Ну, не надо, не трогай, они грязные. Да, с другой стороны находится отделение Сбербанка. То есть, если кому-то снять денежку, можно это сделать. А вот здесь заставили не так давно снести дом, который построили. Пятиэтажный дом, который выходил практически на проезжую часть. То есть, вот он здесь находился. Из-за того, что он был неузаконен, его заставили разобрать и снести. То есть, выдали предписание, и застройщику пришлось его демонтировать. Этот дом находился прямо на остановке «Приветливый берег», на остановке, которая из центра. Вот. Вот эта остановочка. Остановки в Геленджике очень оборудованы, красивые, везде есть расписание. Автобусы этого расписания придерживаются. Ну, тоже строятся дома. А, да, смотрите. Круто. Из железа сварили. Сделали вообще. Игуана. Хм.
Есть, конечно, минус здесь. Через дорогу по улице Луначарского очень мало светофоров. Повернув с улицы Луначарского на улицу Одесскую, мы поднимаемся к ЖК «Альбатросу». Когда в первый раз приехав в Геленджик, мы снимали квартиру на Одесской, нам здесь очень понравилось. Ну, чем мне здесь понравилось? Тем, что очень чистый воздух. То есть, допустим, где мы снимали, то есть это выше практически у самого, у лесхоза, то есть там ближе к горам. Там вот этот запах сосен просто непередаваемый. Ну что, пойдем? Да. Оно было меньше. О, государственное учреждение Краснодарского регионального отделения. О, соцстрах здесь. Сделали, построили это здание, не было его. Вот. Сейчас мы немножко повернем. Давай повернем здесь. Руку возьми его за ручку. Вот. Да. Давай расскажем. Когда мы. Хорошо. Когда мы здесь были, здесь находился частный сектор, то есть сейчас это все выкупили и строят именно на этом месте ЖК «Альбатрос». Значит, это дома уже не эконом-класса, а бизнес, да, они? Бизнес-класса. Здесь центральное отопление, центрального нет. Здесь установлено индивидуальное отопление. Газовые котлы. Ну вот смотрите, может быть, кому-то пригодится. И вот сколько здесь будет. Они двоеточие поставили. Вот смотрите, подожди, не мешай. Планируется 12 корпусов. А сейчас построено, начали они строить вот с этой стороны, то есть построено первый, второй, вот, и начали третий. Дальше это будет все буквой П, заворачиваться, и, ну, в принципе, масштабы, конечно, у комплекса большие. Квартир будет много. Ну, вот смотрите, построено два корпуса соединенных, построили третий, начали строить четвертый корпус. Да, и два этажа. Два этажа четвертого корпуса. Ну, вид типа на море, но на самом деле здесь на построенные домики, да. Смотри, там на горе кто-то. Да. Не, классно будет, большой комплекс. Большой, только красивый. Здесь, опять же, с видом совсем непонятно. Ну, на горы это понятно будет. Но вид на море здесь вот перегораживается на улице средней. Нет, да, средняя, да, вроде, да, это улица. Да. Вот эти вот новостройки. Когда мы приезжали, нам они очень понравились. Мы хотели здесь туда купить.